Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Маковлева Екатерина Евгеньевна. О машиночитаемых доверенностях мы с вами слышали давно. Но в нормативной базе только недавно появились конкретные нормы, которые объясняют нам, как это работает на практике. На видеосеминаре обсудим с вами общие принципы по машиночитаемым доверенностям и особенности их применения в рамках регулируемых закупок и продаж. Смотрите на видеоконсультант.